Новая детско-взрослая поликлиника открылась в 9-м микрорайоне района Северный. В церемонии открытия приняли участие исполняющие обязанности руководителя департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов и глава округа Валерий Виноградов. Я испытываю очень большое чувство волнения в связи с тем, что все-таки наша с вами совместная мечта стала реальностью. Действительно, мы достаточно долго шли к этому знаковому периоду, к этому времени, к этому событию. Я знаю, какие трудности испытывали вы, переезжая в МКАД, когда приезжали в Лианозово, в другие районы, переезжали Дмитровское шоссе, чтобы оказаться у врача. Сегодня это все позади. Сегодня правительство Москвы, департамент здравоохранения, департамент строительства, строители, все мы дарим всем вам эту чудесную поликлинику. Поликлиника является филиалом диагностического центра номер 5 и рассчитана на 750 посещений в смену. Строители вручили символический ключ от нового здания главврачу центра Ольге Станке. А раньше куда ходили, в какую поликлинику? На Псковской. На Псковской? На Псковской. А здесь жилище на какой? Челобитевской. Здесь удобнее стало? Ну да, удобнее. Сколько сейчас вот вы добирались? 10 минут. Он в коляске, наверное, да? А туда можно было на Псковской с ребенком? С ребенком нет. Оставляли на маме, да, там или кому-то, да? Вот, это удобно. Спасибо вам большое. Гости осмотрели сверхсовременное оборудование и поговорили с врачами и первыми пациентами. Для того, чтобы рентгеновское оборудование завести, нам пришлось стену разбирать. Да, с улицы. С улицы поднимали, да, разбирались. Другого не возможно. Пациентов уже приняли? Да. Начинаем. Ну что, сейчас у вас пойдет. Жалоб нет, претензий нет, было что-то не так. На что-нибудь пожалуйтесь. Еще раз. Точно какие-то меры. Все так хорошо. Все хорошо. Еще раз. У вас успешная работа. Затем состоялась экскурсия в детское и рентгеновское отделение, а также в отделение восстановительной терапии. Впереди у нас еще одно знаковое событие. Мы в этом году наконец-то закончим в основном реконструкцию Дмитровского шоссе. И еще лучше свяжутся части нашего района Северный.